Сегодня у нас Ливия выезжает. Их 5 человек. 3 дочки, сын и Галина. Ну, она музыкант. Я сказал, на прощание проиграй нам любимые произведения. На память оставишь. И быстро-быстро сейчас поели. И вот мы сейчас идем к Устинову. Там она у них на пианино играла. Вот мы из нас из дома вышли и пошли. Вот строители у Алексея дом строят. Ну, работали в воскресенье, стучат топоры. Я пошел, поговорил. Ну, Алексей, хозяин Устинов, пошел с ним говорить. Поговорил и сказал, в воскресенье у нас не работает. Воскресенье для нас это новозаветная суббота. Ни раб, ни рабыня, ну, наемники, ну, рабы, значит, ни осел, ни вол, ни... никто не работает. Мы нанимаем, когда бульдозер, заранее договариваемся, что... Воскресный день не работает. Да, 10-е праздники работают. Кто может не работать? Вот так. Вот как раз. Это их, ну, тут вымеряют, не слышу. Кто-то там собирает, что-то идет, играет. Вперед пробегу. Что странное дело, он еще бегать разучился. То ли ноги отсидел, то ли что. Шагом хожу. Никогда шагом не ходил, всегда бегом. Вот улица. Мария Лапкина, 21. Ой. О, хорошо. Мир вам! Мир вам! Ищи свет. Так, подожди-ка. Свет где? Не найду. Видишь, я придуманный. Так, все, я передаю тебе, Володя.